И какая-то из них подходит только темненьким, по-моему, фото, да? Мне кажется, фотоэпиляция подходит только темненьким девушкам с толстыми волосами, с такими прям, как щетина. Но дело в том, что у меня волосы белые свои, и, соответственно, по телу они тоже белые и очень тоненькие. В принципе, они пушковые все, да, кроме вот как на голове. И то на голове у меня вот здесь вот это пушковые волосы. И, ну, соответственно, подмышки, бикини, ноги, руки, все у меня как бы вот такие вот тоненькие, видите, их они только видны, когда они поблескивают на солнце. То есть я блондинка со всеми блондинистыми волосами. То есть они у меня везде есть, но я имею в виду, их практически не видно. Но когда, естественно, я прихожу там на бассейн или на пляж, и вот это все начинает поблескивать, конечно, это не очень как-то, мне не очень комфортно, и я предпочитаю вот эту растительность все равно удалять. Везде, кроме волос, и вот брови оставляю, ресницы оставляю, прическу оставляю, а все остальное, да. Ну, усов у меня нет. Вообще у блондинок усов нет. Их просто не видно. Они, может быть, есть какие-то микроскопические там волосы, и поэтому блондиночкой быть очень выгодно, в этом плане ничего не видно. Вот, поэтому мне не подходит фотоэпиляция, а лазерная, она как бы подходит, может быть, но есть ли смысл? И я думала обо всех вот этих альтернативах, как я могу, в принципе, и редко эту процедуру делать, потому что, знаете, не очень охота гонять на нее там раз в 2-3 недели. Я как-то ходила, да, я ходила в эпицентр, так у нас и назывался, в Волгограде был эпицентр, я ходила, мне делали зону бикини, даже я попробовала подмышки. В принципе, мне понравилось, и я стала только подмышки делать и бикини, потому что ноги, руки мне, знаете, как брали? Мне брали полоски восковые, вот так чик-чик-чик-чик, и пропускали очень много волосков, потому что они просто незаметны. И, соответственно, они же делают под светом, и под светом, естественно, незаметно, потому что это надо, я не знаю, как присматриваться, чтобы увидеть мои волосы. Ну, наверное, их не увидишь вот так вот просто. Вот, поэтому я подумала, как мне можно самой, чтобы мне, ну, вообще вот не поблескивало ничего, начисто делать. И я стала задумываться о том, как бы мне перенести вот этот воск домой. Вот, потому что бриться пробовала, бриться не очень, в плане того, что можно в любой момент пораниться, во-первых, это рана, да, а во-вторых, можно занести инфекцию, особенно в местах, где лимфоузлы, это подмышки и бикини, это может быть, в принципе, опасно. И у меня какое-то время даже болели подмышки, было такое, да, когда я вот ранила. Поэтому бритву вообще даже в руки не беру. И поэтому, когда, ну, так мы с девчонками разговариваем, и я узнаю, что кто-то из них использует, до сих пор я говорю, ой, как, ну, типа, для меня это такая-то. Они говорят, ну, то удобно. Я говорю, ну, это же, наверное, приходится делать каждый день. Ну, практически, особенно если брюнетка, каждый день я такая, ого, говорю, вот это же стресс, каждый день с бритвы. Ну, кому как удобно, видимо. И они говорят, а ты что, нет? Я говорю, не, я купила, говорю, себе ванночку восковую. И, короче, все сразу захотели так же. В общем, бритва мне не подошла. Потом я какое-то время пользовалась кремом. Кремом супер, но им надо тоже раз в неделю. Там, ну, можно раз в 10 дней, но если вы гоняете на пляж каждый день, то, в принципе, лучше делать раз в неделю. Тоже, знаете, это как бы химия. Тоже вот думаешь о раздражении. Особенно, если вам нужно сделать глубокое бикини, крем туда не намажешь. Это слизистое, это будет, у вас химический ожог будет. Поэтому крем туда не засунешь, естественно, это не очень. Это для ног хорошо, для рук хорошо, ну, можно подмышки сделать. Но подмышками потливость повышенная тоже, да, не очень как бы, может тоже, кожа нежная, особенно если она потеет, влажная, и может быть тоже раздражение, то есть химический ожог. Как вот после воска может быть тепловой ожог, да, такой механический, а после, естественно, любого состава, удаляющего волосы, может быть химический ожог. Поэтому мне тоже, то есть бритва режет, крем химический ожог, потом что еще, какие у нас шугаринг и воск, это в принципе одно и то же, то есть я имею в виду разный состав, но действие одинаково. И что остается? Фотоэпиляция, электроэпиляция, я уже, ну, фу, электроэпиляция говорю, и лазерная, и электроэпиляция, это эпилятор вот этот вот электрический. И мы его тоже покупали, я помню, такой классный Равента или какой-то там, а может быть Philips, не помню марку, но помню, что очень крутой, и вот мне мама на день рождения покупала.
Я им пользовалась. Очень было классно. Я, по-моему, когда у меня его не было, я даже у кого-то брала его взаймы попользоваться, да. Мне понравилось. Но дело в том, что, опять же, столкнулась с проблемой, что под мышками ноги, руки я делаю, но бикини, то есть я не выдерживаю. Я выдерживаю только классическое бикини. Естественно, в задницу не воткнешь этот эпилятор. Он туда никак не заходит, поэтому и даже там головки сменные, все равно, то есть там настолько нежная зона, что вот у меня все туда упиралось, думала, что только буду ходить к мастеру и делать воск, вот. Ну и потом, короче, я переезжаю сюда в Штаты, соответственно, все эти идеи отвалились, и я думаю, что делать к мастеру? Здесь вообще очень сложно найти своего мастера, но если даже найти по воску, ты опять же будешь зависеть, да, и каждые там 3 недели гонять, как они там делают, не знаю. И я решила на Амазоне заказать себе ванночку восковую, которая разогревает вот этот воск. Купила пакетики вот эти с воском, с этими, с горошинками. Купила ванночку, там для нее перчатки, палочки, ну, короче, вот это все где-то, наверное, в районе $40 мне обошлось. И вот уже 2 года неизменно, да, я не изменяю этой ванночке, она уже вся, я не знаю, превратилась во что, такая вся уже замызганная, но мне очень удобно, я делаю эту процедуру где-то раз в месяц во всех местах, то есть подмышки. Ну, руки я редко делаю, да, потому что, в принципе, как-то не принято особо руки вот так вот каждую волосинку выщипывать. Вот ноги, бикини, и мне очень нравится бикини с этой ванночкой. Во-первых, я уже практически не чувствую вот этих болевых ощущений, у меня нет, то есть я спокойно деру везде там, и настолько уже привыкла. И главное, что это не надо делать часто, то есть раз в месяц мне хватает. В принципе, это как в салоне, просто в салоне, а не бикини подмышки мне нравится делать, а руки и ноги нет, потому что я же сама себе намазываю столько, сколько мне надо, да, я не жалею на себя вот этого воска, а они там вот этими полосочками тынь-тынь-тынь-тынь и половина пропускают. Поэтому получается так, что просто мне эта процедура очень понравилась, она мне зашла, и я просто решила поделиться с девчонками, если кто-то еще не нашел свой способ, как бороться с оволосением, посмотрите это видео. Вот немножко, правда, это не эстетично смотрится, но нам для этого понадобится только клеенка, потому что, ну, чтобы не замызгать полы, не замызгать вообще там мебель какую-то, да. Вот эта ванночка, я ее включаю, растапливаю воск и приступаю к процедуре. Вот так вам сделаю, чтобы было видно. Я уже растопила воск, обработала ножку специальным спреем. Привакс называется. Привакс — это есть привакс и афривакс. Привакс — это обезжириватель. Можно даже сверху салфеточкой вытереть, чтобы вообще никакого липкого слоя не оставалось, ничего. И нужно, конечно, приноровиться, потому что может не сразу получаться. Главное растопить его до нужной консистенции, чтобы он не тек, в то же время был не сильно густой, тогда он не будет у вас стекать с палочки. И в то же время размазывать его тоже будет легко, потому что густой воск плохо размазывается. И получается, что вы зря его просто используете, и он совершенно не выдирает волосы. То есть должен быть такой слой как можно тоньше. При этом воск должен быть не как вода. То есть он такой, ну, у меня где-то 150 стоит градусов, но у меня по Фаренгейту. Вот, переведите, сколько это будет на Цельсии. Потому что я здесь покупала в Америке эту ванночку.
Так, вот я думаю, видно хорошо. И ждем, пока подсохнет. Ну, где-то минуту, полторы, ну, можно побольше, но минуту, как правило, хватает. Чем тоньше слой, тем быстрее сохнет. Можно надеть перчатки, но в принципе я уже приноровилась, и у меня без перчаток нормально получается. Когда я мажу маслом, я иногда надеваю перчатки. Также после того, как процедуру закончу, я могу намазать маслом, чтобы остатки воска снять. Все, то есть, когда он уже вот так не липнет к рукам, все попробовали, нужно, если мы сверху вниз наносим, то снимать нужно наоборот, снизу вверх. И отколупываем маленький кусочек, кончик. И за него вот так берем двумя пальцами. И нужно дернуть резко вверх. Вот таким образом. И где-то два или три раза вот так вот. И все. На поверхности вот здесь вот будут все выдранные волоски. Этот воск, он, конечно, многоразовый, можно его использовать. То есть, если вы только ноги делаете, можно его использовать. У меня иногда по несколько месяцев я его топлю один и тот же. В принципе, какая разница. А если вы там делаете бикини или подмышки, то нужно, конечно, менять его. Вот, ну, я сегодня поменяю. Буду бикини делать после ног и возьму чистый воск. А можно, в принципе, если у бикини делать, можно после бикини сделать у ноги. В принципе, ничего такого. Потому что это же не общественный кабинет, да, где делают всем, да, и после кого-то вам, естественно, не будут делать, поэтому новый используют. Если вы делаете сами себе, то, в принципе, нет такой необходимости, и он действительно многоразовый, и можно одной упаковкой хоть целый год пользоваться, в принципе. Все, я выдрала, здесь ничего нет, может быть, легкое покраснение. Ну, с этим, как правило, мы ничего не делаем. Мы дальше наносим следующую полосочку. Вот так. Следующую. Может немножко жечь. Если прям неприятно, то температуру нужно снизить. То есть должна быть комфортная температура, чтобы ожога не было. И вот так вот всю ножку последовательно мы обрабатываем. Thank you.
такие длинные, то тогда, в принципе, и ощущения не такие уж и противные. Процедуры очень важно снять остатки воска маслом, как уже я в видео показывала. Просто обычным маслом может Johnson's Baby, просто обычные перчатки или даже голыми руками накапать там сколько-то, да, налить в ладошку и помазать прям по всей поверхности, где остался воск, то есть вот эти вот кусочки, которые не отодрались. Маслом именно пройтись нужно, чтобы их снять. После этого нужно смочить полотенечко в горячей воде и снять остатки масла, то есть кожу начисто протереть. И потом уже после этого нанести какой-нибудь ухаживающий лосьон. Обычно, если вы покупаете воск, с воском идут вот эти все масла ухаживающие, лосьоны. В принципе, можно из этой коллекции взять. Если вы не покупаете, как бы у вас воск отдельно идет, без этих всех, да, можно отдельно лосьон купить, да, там, не знаю, в любом магазине просто лосьон для тела и смазать. Либо, допустим, можно купить лосьон для замедления роста волос, но это не работает, на всякий случай, кто еще не знает, эти лосьоны, они никак особо не замедляют рост, как растут волосы, так и растут. Они могут там немножко, может быть, расти, ну, как сказать, даже вот когда вы выдираете, да, волос растет тоненький такой, пушковый, нежный, нежели когда вы бреете, да, там он растет толстый, как щетина, да, может быть, после лосьона он там будет чуть-чуть там более нежный какой-то, да, но вот так, чтобы он прям медленно рос, такого нет. Поэтому можно покупать вообще абсолютно любой лосьон, но если вы так любите для замедления роста, может, я тоже им пользовалась, просто у меня это, ну, никак не повлияло. Вот, и дальше смотрите, как это делать.